В Актау на берегу обнаружили отдыхающего кудрявого пеликана, который находится в Международной Красной Книге. В наших краях птица встречается редко, но иногда его можно увидеть в южной части Каспийского моря, а также пеликанов видели на озере Караколь. Пеликан чувствует себя хорошо, с ним все в порядке. До конца еще не установлено, у птицы подрезаны ли крылья или повреждены паразитами. Тем не менее, обработка птицы проведена. Пеликан себя чувствует комфортно, находится под наблюдением ветеринара. Несколько дней потребуется наблюдение за птицей, и дальше уже будет принято решение, что делать с пеликаном. Операция спасения чайки. Жара такая на хозяйстве, что чайка упала с неба от жары. Сейчас их попить водичку. Хай почалится. Все, остынь. Посиди. Вообще труба. Просто птица с неба валится. Вот это погодка. Чайка, ты пей давай. Красного коня, блин. Да? Че и сопротивляться, она помирать уже начала, походу. Всеобщее перемирие во время засухи. Собака, птицу, лов и чайка. Плавающего в нефтяных отходах лебедя засняли на видео в Мангистау. Очевидцы сообщают, что видео снято в районе месторождения Северная Бузачи. На место выехали сотрудники Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Очевидцы сообщили, что птицу сняли в районе месторождения Северная Бузачи. Они также рассказали, что вчера, 7 июня, в озере плавали три лебедя. Ситуацию прокомментировали в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Мы изучили видеоролик. На место выехали сотрудники нашей инспекции, отметили в ведомстве. Позже мужчины достали птицу. Она не могла летать и еле передвигалась. Рабочие, недолго думая, соорудили для лебедя бассейн и позаботились о еде для пернатого. Через двое суток, когда птица окрепла, они отвезли ее к морю и выпустили на свободу. Прикинь, орнынан тұрып жатыр, кәдімгі қозғалып. Фламинго деген құс. Сейчас туман перед рассветный, спешу город мы покинем, и уйдем травой заветной, тем озером на равнине. Те закаты, все до вишни, одуряющих прекрасен, здесь никто не станет. Замерзшего розового фламинго, который обледенел и не мог взлететь, спас житель Мангистау. Мужчина нашел обессиленного фламинго, забрал его в комнату с обогревателем и дал отогреться. После того, как птица смогла встать на ноги и окрепнуть, ее выпустили на волю. Розовый фламинго, дитя запятый, розовый фламинго, здесь танцевал когда-то. Может, жизни в прошлой, мне трудно вспомнить, думать о хорошем, я могу исполнить. Розовый фламинго, дитя запятый, розовый фламинго, здесь танцевал когда-то. Розовые фламинго в Мангистау обитают круглый год.
На зимовку прилетают до 5000 птиц, а весной и осенью, то есть во время сезонных миграций, в общей сложности можно насчитать до 20 тысяч фламинго. Очарованный скиталец, когда ты сумеешь вспомнить этот прошлый жизни танец, что дано тебе исполнить. И ведь видишь, мы с тобою не отбрасывали тень, это царство привидений. Это правда, что возможно здесь не думать о разлуке, и не вздрагивать тревожно, и не маяться от скуки, и не помнить о расплате, не играть и сбросить маску. Мы нашли любовь и ласку. Рок.